Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Винда Самонитам Се Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Се Нанда Нанданам Банде Радика Чарунодаям Гопиджану Самаюктам Биндаванам Манохари Ванча калпатару вашча кипа синду бевач. Патитанам павуне бхавишна вибхьо намо нама. Мукам кароти вача ланг пангум ланг хайти гирим. Ят кипа тамаханга ванде парамананда мадавам. Бриндавай тусидеббай пиявай кесавасача. Сна бхакти паде деви сатто ваттой намо нама Нараяна намаскритта нарун чайва нараттамам Девин сарасатим вясам тато жайо мадире Санкиртане кишна катха упадеш Гаурия патрасья пракасане ча Садануракта гуру бхакти жукта Бхакти Прамадакша Джагод Бхарана Дхейям Сада Парибхавагнам Авишта Духам Тетхас Падам Сива Виринчанутам Сарана Витаттихам Панатопал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатая Биспуриджита Кемапигабавадушва Дарши Пурнану Рагара Сусагара Сара Мурти Сарадхикамай Када Кипам Кроси Сри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Сри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шиаддхита Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджану Ламбита Бхужау Канука Бодату Шанкиртаной Капитаро Камала Ятакшу Вишамбару Диджавару Джугадхарма Пало Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дипа Рупам Муктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхаван Рупена Садана Рана Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вибушита Бама Бхагам Нараяно Прияманангу Мада Пухарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Вагиша Джуша Бадане Лакшмир Джаша Чабакшаши Джасьясте Хиде Самбит Твам Нишинга Махам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Джасьясте Бхактир Бхагавати Акинчана
sarvaguna istatra samasatisara haru avakta shakuto mahadguna manoratin asato dhavato vahi jasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarvaguna istatra samasatisara haru avakta shakuto mahadguna manoratin asato dhavato vahi Gaudiya Goshtipati. Gaudiya Goshtipati. Шри Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, все говорят, что сегодня день ухода моего Гурупада Падмы, но я думаю, что сегодня день его явления. Шрила Прабхупада Парамахамса Джагадгуру сказал, все говорят, что сегодня день ухода Тирабхактитхи моего Гурупада Падмы. Но я думаю, что сегодня его день явления. Я предлагаю пушпанджали лотосным стопам моего Гурупада Падмы. Abhirbhav or Tirabhav for Guru Vaishnava and Bhagavan all the same. Для Вайшнава нет разницы Авирбхав или Тирабхав. Even Tirabhav is more important. Тирабхав даже более значим. Почему? For Guru Vaishnava Bhagavan, Tirabhav and Abhirbhav all the same. Для Гуру Вайшнавов Бхагавана день явления и день ухода едины. И день ухода более важен для меня. Когда мой Гурупад Падма принял рождение в этом мире, еще никто не знал, что это за ребенок. Какими качествами он обладает? Как это было в случае с Притху Махараджем? Когда он родился, Риши и Муни начали прославлять его. И Притху Махарадж сказал, «Я же только что родился, зачем вы прославляете меня?» На чем основаны ваши прославления? Ведь для того, чтобы кого-то хвалить, восхвалять, прославлять, необходимо знать его, о его выдающихся качествах. Я удивлен. Почему вы прославляете меня? Но Риши Муни ответили, «Мы знаем, что ты сам Бхагаван, не зашедший в этот мир. Глядя на линии на твоих ладонях, на знаки твоих, на твоих ладонях, на особые черты твоего лица, мы видим в тебе признаки Махапуруши». В Чайтанья Чаритамрите говорится, рассказывается в деталях о признаках чистого преданного, Махапуруша. Как можно определить, является ли человек Махапуруша или нет? Итак, Муни и Риши сказали, мы точно знаем, что ты необычный человек. Но что касается нашей Гуру Варги, когда Шрила Прабхупада приняла рождение, еще никто не знал, что это за личность. Они смогли осознать лишь спустя какое-то время, к примеру, когда упала гирлянда с божества на Прабхупаду. Сварупа Гурупад Падма закрыта в его детские годы,
Соответственно, я не могу понять, что это за личность. Но когда он уже стал проповедовать, открыл свой Сиддханта Вичар, показал пример всему миру своим поведением, мы четко понимаем, что это чистый преданный, который был послан самим Господом. Именно поэтому я утверждаю, что день ухода более важен, чем день явления Вайшнава. Более того, я могу испытывать разлуку в день ухода, если у меня есть отношения с ним. Если у вас есть с кем-то отношения, вы станете испытывать випраламбху, то есть разлуку. Если у вас нет отношений с отцом, матерью, Гурудевом, тогда и разлука не возникнет. Чувство разлуки. К своим близким, естественно, мы испытываем тоску, находясь на расстоянии со своими близкими. Или если кто-то покидает этот мир. Поскольку мы имеем материальные отношения с ними. И такие отношения представляют собой ловушку. Конечно, если ваша мать и отец не являются вайшнавами. В таком случае все иначе. Итак, в материальном мире, чем больше вы страдаете от разлуки со своими близкими, чем больше вы страдаете, чем больше вы испытываете боль от потери близкого, тем ниже вы погружаетесь в тамагуну. Это еще одна ловушка Майя-деви, которая существует для того, чтобы убить вас, затащить вас на адские планеты, чтобы тамагуна поглотила вас. Но это не касается гуру, вайшнавов и Бхагавана. Если вы испытываете боль разлуки с чистым преданным, это наоборот продвигает вас на пути преданного служения. Разлука с вайшнавом способна произвести огромную революцию в вашей жизни, дать вам успех, способствовать вашему продвижению. Итак, если мы испытываем боль от разлуки с вайшнавами, это очень благоприятно для нашего баджана. Гаудия Хари Баджана. И все сокровища Гаудия Хари Баджана. Открывается нам в зависимости с той випраламбхой, с тем чувством разлуки, которое мы испытываем. Все основано на этом. Весь Гаудия Баджан от начала до конца состоит из плача. Мы должны день и ночь плакать. Гаудия Баджан означает слезы. Вспомните, вчера я говорил, если вы не плачете, если слезы не наворачиваются на глаза, вы не испытываете экстатические чувства, это говорит о том, что в вашем сердце нет бхакти, и вы не можете очиститься на 100% при помощи повторения святых имен.
Итак, прежде всего необходимо встретиться с Вани Сварупой Гурупада Падма. Люди тысячами приходили получить прибежище, посвящение у лотосных стоп Гурупада Падмы. Но далеко не все обрели, достигли совершенства. Далеко не все получили стопроцентные плоды этого. Прежде всего, необходимо развить отношения с Гурупада Падмой. И если этого не происходит, то дикша не может быть считаться полноценной. Гурупад Падма никогда не хотел никого обманывать, но поскольку люди не готовы искренне совершать процесс преданного служения, они остаются в дураках, они обмануты. Проблема в том, что можно, находясь рядом с Гурупада Падмой, так и не узнать его Вани-сварупу. Наш Гурупада Падма обладал уникальной Вани-сварупой. День и ночь он писал по наставлению Шрилы Прабхупады. Прабхупад дал служение нескольким особым преданным, которые должны были заниматься Вани Севой. То есть Прабхупад не давал это кому попало, он давал это лишь некоторым. Это такое служение лишь некоторым. И Прабхупад четко видел сварупу своего ученика. Лишь взглянув, Прабхупад осознавал, кому какое служение присуще, кому какое служение подходит. И до последнего вздоха своей жизни он писал. Писал день и ночь. Порой уважаемые люди приходили к Шриле Махараджу и говорили: «Махарадж, как только мы не придем к вам, все время видим, что вы пишете. Кто будет все это читать? Вы столько уже написали». И Гурупад Падма сказал, улыбнувшись: «Я пишу, потому что это моя нитья сева. Даже в трансцендентной обители я должен писать. То есть я пишу не для какого-то результата. Я пишу, потому что не могу иначе. Это мое служение. Не для того, чтобы прославиться в этом мире. Я пишу по наставлению Прабхупады. Это моя сева, нитья сева. Я не пишу ради того, чтобы снискать уважение и почет от людей. Итак, мы можем четко видеть, что на протяжении всей своей жизни Шрила Бхактивиданта Пури Госвами Махарадж выполнял служение, это служение, которое дал ему Шрила Прабхупад. Если вы не примете прибежище у Вани, у Нама Прабху, все ваше служение бессмысленно. Вы можете заниматься всю жизнь служением, посвятить всю жизнь ему, но если так и не примете прибежище у Харинама, оно не даст, не принесет плоды, которые должно. Если я получил дикшу и так и не осознал Вани Сварупу, моего Гурупада Падмы, это говорит о том, что я не настоящий ученик, я не являюсь его учеником в подлинном смысле этого слова. Когда ему было 80-90 лет, он еще не был готов, не собирался начинать давать посвящение. Он не хотел строить храм,
Он говорил: «Я прекрасно знаю, что происходило с возвышенными Прабхупада Паршадами, которые строили храм. То есть сколько трудностей возникало с теми, кто... Сколько трудностей возникло после ухода Прабхупады, когда многие захотели открыть свои храмы. Он говорил: «Я не хочу открывать свой храм, мне будет достаточно маленького баджан-кутира». Однако преданные настояли. Они сказали: «Зачем вы пришли сюда, если... Зачем вы пришли сюда, в этот материальный мир, если не станете действующим ачарьей?» Шилапури Махарадж сказал: «Хорошо, пусть это все будет под вашу ответственность». То есть все оказывали на него давление, чтобы он начал давать инициации. И он начал. Он был готов давать харинам даже маленькому, новорожденному теленку. За всю жизнь ни разу Шилапури Госвами Махарадж ни разу не критиковал. Я могу предоставить вам все писания, вы не найдете там ни слова критики, ни по отношению к своим духовным братьям, никому бы то ни было. Несмотря на... Даже если его духовные братья совершали ошибки, много ошибок, он не критиковал их за это. Он не осуждал их. Вспомните историю, о которой я говорил, как однажды один преданный сказал, что Шилапури Госвами Махарадж — Каништха Адхикари. И преданный, услышавший это, пришел к Шилапури Махараджу и начал плакать ему, сказал, рассказал о случившемся. Шилапури Махарадж сказал: «Почему ты плачешь? Я думал, что у меня совершенно нет адхикара, а этот преданный сказал, что я Каништха». Посмотрите, вот это и есть яркий признак чистого преданного. Однако он очень гневался, когда слышал, что кто-то оскорбляет гуру и вайшнавов. Потому что критика приведет к падению. Прабхупад много раз повторял, что главная обязанность ачарьи — защищать сиддхантавани, стандарты поведения и так далее. И если ачарья этим не занимается, если он игнорирует, пренебрегает этими обязанностями, он не является ачарьей. А если кто-то прикрывается смирением, это говорит лишь о том, что такой преданный неискренен. Drama you can do, Number one, I know you, I know your pulse, everything I know. Or what is poison there in your blood? Foolish, you cannot make fool of me. Actually, Prabhupada many times told. Прабхупада много раз говорил, что это самая главная обязанность ачарьи. Защищать парампару, защищать сиддханта вичар вани вайбхав. Если ачарья это не делает, это 100% указывает на то, что он падший. We cannot live this judgment
with a demon who is a Tama and Rajagun, big money power. We cannot leave this judgment with him. This judgment, Srila Gaura Kishore Das Babaji, penniless, he can do. Демоны не могут решать, кто есть вайшнав, а кто нет, кто предан, а кто нет. Такие решения могут выносить лишь такие великие преданные, как Шрила Гуру Кишор Дас Бабджи Махарадж. Сейчас общество, нынешнее общество, общество дураков, глупцов. Мы не имеем никакого права решать, кто есть, точнее, мы... Мы не имеем права полагаться на мнение демонов в одеждах преданных. Лишь такие великие вайшнавы, как Гаура Кишора Дас Бабджи Махарадж, Шрила Кешава Госвами Махарадж, Прабхупад, могут делать, то есть утверждать, кто есть преданный, а кто таковым не является. Я не хочу смотреть в лица тех, кто разрушает Гаудия Сиддханту, учение Прабхупады, и такие личности совершили так много оскорблений, что никогда Прабхупад не сможет простить их. Итак, Шрила Прабхупад, Шрила Гаура Кишора Дас Бабджи Махарадж могут указывать на то, кто есть вайшнав, а кто нет, объявлять кого-то вайшнавом, а кого-то нет. Общество может прогнать вайшнава. И что, это говорит о том, что он не вайшнав? Если ты всемирно известный проповедник, но имя, но ваше имя не внесено в список спутников Бхагавана, то есть список тех, кто кого принимает Бхагаван, что толку от всемирной славы, известности. Если мы, что, чего ожидать, если мы станем следовать обусловленной душе и принимать ее как свой идеал? Чего ждать? Что можно ожидать от такого поклонения? Ожидать Дивагьяну? Прежде чем кому-то следовать, необходимо убедиться, обладает ли он дивья-гьяной. И Гурупад Падма много раз говорил, не единожды, много раз, что тот, кто не следует Прабхупаде и Бхактивинод Такуру, не могут управлять Гаудия Матхом, не могут стать ачарьей. Ачарья это не тот, то есть ачарьи не могут избрать, общество не может избрать ачарью. Сейчас все зависит от денег, от влияния, уважения. Положение ачарьи можно купить. Если у вас есть деньги, вас станут прославлять, восхвалять. Нет денег, прогонят. Итак, если вы станете следовать обусловленной душе, бессмысленно что-то ожидать, ожидать какие-то результаты положительные. Прабхупад говорил, что если ачарья не хочет, не заинтересован в защите Гуру Парампары Вани Вайбхава, то есть учения Гуру Парампары, а хотят лишь прославлять себя, это не ачарья. Приходите ко мне лично, приходите.
Я могу вам указать на то, что, чему учит Гурудев, на то, о чем говорит Прабхупад, чему учит Прабхупад, и соотнесите это с тем, следует ли в наши дни ачарьи этому. Люди бегут в ад, бегут в огонь. Но что я могу поделать? Удачливые приходят и ищут чистую харикатху. Я никогда никого не приглашал. Те, кто хотят, те приходят, а кто хотят, те уходят, и я не препятствую этому. Итак, Прабхупад говорит, обусловленная душа никогда не почувствует вдохновление следовать пути преданного служения, пока не увидит идеальный образец перед собой, идеальный пример. Если бы мой Гуру Махарадж был падшей душой, у меня не было бы вдохновения идти по этому пути. Если вы видите слабости в своем Гурудеву, вы должны принять Шикшагуру и сделать это как можно скорее. Шикшагуру, который находится в линии Прабхупада. Мантра Парампара и Бхагавата Парампара. То есть Бхагавата Парампара важнее, чем Мантра Парампара. Мантра Парампара необходима, но она должна быть в рамках Бхагавата Парампары. То есть Бхагавата Парампара может быть в мантра парампара, а может быть нет. То есть может непосредственная передача мантры осуществляться из уста, а может и нет. Предположим, я получил посвящение моего Гурудева, а мой Гурудев уклонился от Гаудия Мадха. Это говорит о том, что мост, по которому я получал знания от Гуру Парампары, сломан, прерван. Это как математическое уравнение, как 2×2=4. But they can accept or cannot accept what it concerns. I am speaking about absolute truth. You like to accept, you accept. Go. Далеко не каждый сейчас готов принять это. Итак, мантра парампара обязана быть Бхагавата парампарой. Иначе невозможно получить чистое знание. Итак, если мы видим, что наш духовный учитель не так уж силен в духовной жизни, мы должны принять Шикшагуру. И тогда этот Шикшагуру создаст мост, по которому мы получим знания от нашей Гуру Парампары. Many such cases. You can personally can come, I can sit, speak their name. If I openly declare, their group can be, why you declare this way? Oh, whole world know they are the disciple of Prabhupada. I don't like to disturb them so that they can get less importance. Let them get what it comes. If I give honor to you, if you feel okay, I am with them. Because this is the nature of Vaishnava. You like to get honor, I can forsake you, I can give Pushpa until get satisfied. Like Guru Kishanpa. One rascal Goswami coming and speaking, one water was Goswami пришел
Гуркшадас Бабджи Махараджи сказал: «Я Госвами, что же моя вода, мыши, мои лотосные стопы будет выливать ее, что ли?» И Гуркшадас Бабджи Махарадж сказал: «Нет, нет, что вы!» Взял и на свою голову окропил ей. И, то есть это огромное оскорбление, и до сих пор его линия, его последователей находится в глубоком заблуждении. И если мы говорим о тех, кто выступает в действительности против гаудия вайшнавизма, мы станем придавать им значимость и тем самым делать им рекламу. И я стараюсь как можно меньше говорить о них. Вчера я говорил о том, что Бхагаван может накалить вас до такой степени, что вы очиститесь, но вы должны быть готовы для этого, быть готовыми обрести Кришну, быть готовы к огню Бхагавана, терпеть этот огонь и как вознаграждение обрести Кришну. Итак, гуру и вайшнавы проявляют тринадапи, смирение. Но далеко не все понимают, что есть настоящее смирение. Нам кажется, что это добрые, мягкие слова, мягкое поведение, то есть доброжелательное поведение, но никто из наших ачарий об этом не говорит. Благодаря Прабхупаде, благодаря его бескомпромиссности, мы теперь можем четко, у нас есть четкие ориентиры, по которым мы можем определить, кто является настоящим проповедником, настоящим ачарьей, а кто нет. Рамануджа Ачарья говорит, что не нужно смотреть в лицо, на оскорбителей. Если вы будете смотреть на них, если вы будете общаться с ними, это приведет к вашему падению. Это пишет Рамануджа Ачарья. Он тоже об этом говорил, но не настолько аналитично, не настолько детально, насколько Прабхупад говорит об этом. Прабхупад говорит, как понять, кто является, кто обладает смирением? Это тот, кто не боится защищать, отстаивать абсолютную истину. Тот, кто не боится говорить об абсолютной истине. Тот, кто не переживает за пратиштху. Тот, кто не стремится к ней. Тот, кто в уединении повторяет харинам, а на публике говорит харикатху, бесстрашно говорит харикатху. Как я говорил, проповедь и баджан, то есть воспевание святого имени и баджан, не отличны для преданного. Это единый процесс. Проповедник не может заниматься чем угодно, пока его не видят. То есть чем-то недозволенным, чем-то нехорошим, пока его не видят, и на публику, а на публику выходить, как создавая образ чистого преданного. Итак, деньги не могут помочь в проповеди, не могут помочь проповедовать. Да, конечно, если есть деньги, самое лучшее, как можно задействовать их, печатать книги. Ну и что? И что? Что вы напишете, если у вас нет бхакти? Бессмысленную философию. Да, если есть деньги, можно повсюду летать,
устраивать, разворачивать проповедь, и что и люди будут смотреть на вас и верить, что думать, что у вас есть бхакти. То есть деньги никак не способствуют бхакти. Итак, мы должны обрести возможность обрести ориентиры, по которым четко поймем, кто есть чистый преданный, а кто нет. Иначе вся наша жизнь пройдет впустую. Прабхупад говорил, я видел, Шрила Бхактипрананда Пури Госвами Махарадж говорил, по милости моего Гуру Пада Падмы я увидел его лотосные стопы. Однажды, когда я смотрел на них, я увидел сияющий луч. Сияние настолько исходило от его стоп. Его, то есть это сияние можно сравнить с сиянием Брамы. Настолько ярким было это сияние. Я почти ослеп, то есть меня ослепило это сияние. Затем мой Гуру Пад Падма захотел показать свою свапракаш форму. И благодаря этому я увидел и осознал его славу. Итак, если вы услышите о выдающейся, о прославленной жизни Шрилы Бхактипрананда Пури Госвами Махараджа, вы поймете, какой необыкновенной личностью он был. После ухода Прабхупада начались темные времена в Гаудия-матхе. Если вы настоящий вайшнав, вы станете смотреть на происходящее с позитивной точки зрения, а если преданным не являетесь, то с негативной. В отношении Вайкунха Даршана то, что негативно, воспринимается преданным как позитивное. И наоборот, то, что негативно для всего мира, преданный принимает как нечто благоприятное. Вот это и есть Вайкунха Даршан. То есть Даршан, который выходит за материальные рамки. К примеру, когда люди атакуют вас, пытаются прогнать, а вы смотрите на это как на нечто благоприятное. Наверное, это желание Майгуру Варги, и, наверное, это будет благоприятно для меня. Прабхупад говорил, мы должны выступать, бороться с ложной сиддхантой, если мы не будем делать это, если мы будем закрывать глаза на отступление другими от истины. Это приведет нас к полному падению. Прабхупад часто повторял, что если у вас нет смирения, вы не сможете быть сильным. Если вы не предались на 100% лотосным стопам Гауранги, Нитьянанды, не будет у вас силы говорить абсолютную истину. Лишь если вы взойдете на абсолютную платформу, вы сможете говорить бесстрашно. А иначе вы будете испытывать страх, боязнь осуждения окружающих, гонения от окружающих. Но Прабхупад бесстрашно говорит, пусть весь мир отвергнет меня, пусть весь мир отвернется от меня. Какое мне до этого дело? Пусть весь мир восстанет против меня. Я не отступлюсь от своих слов. Я не сойду со своего положения. А каково положение Прабхупады? Он находится у лотосных стоп своего Гуру Пада Падмы и говорит абсолютную истину.
И Прабхупад говорит, я не боюсь, даже если весь мир восстанет против меня, я не покину свое место, место у лотосных стоп моего Гуру Пада Падмы, и не прекращу говорить абсолютную истину. Прабхупад часто говорил, что обманщики должны быть публично выставлены, разоблачены, чтобы все знали, что это обманщики, они не говорят об абсолютной истине. Но что происходит в наши дни? Те, кто говорит абсолютную истину, их стремятся прогнать. Во Вриндаване разные сампрадаи. Каждый из них следует определенной философии. Однажды и там есть какая-то совершенно ложная сампрадая, которая якобы следует Рамачандре. У них в храме якобы Радха, точнее, Сита Рам, Хануман, но если присмотреться, то есть они поклоняются, но если присмотреться, то это не божества, а идолы. Они не понимают, что есть преданное служение. Но, что удивительно, они очень широко проповедуют. Их проповедь очень эффектна. Если мне не верите, я вам адрес дам, сходите, посмотрите на божества. Просто взгляните. Даже вы сразу же поймете. Так вот, они так хитры, что во время своей харикатхи они цитируют шлоки Чайтанья Чаритамриты, слова Гуранги Махапрабху. А доверчивые люди из Гаудия Матха думают, о, они же цитируют Гаурангу, значит, они преданные. Так вот, что это означает? Надо просто цитировать, повторять слова Махапрабху, то есть цитируешь шлоки Чайтанья Чаритамриты, и все будут считать тебя преданным. Но эти люди в этой сампрадае, они даже не верят, то есть они не принимают, что Гауранга Махапрабху — сам Бхагаван. Да они очень прославлены и широко распространены, их миссия широко распространена. Хорошо знамениты, широко знамениты. Очень они красноречиво говорят, но они не преданные. Но говорят хорошо. Говорят исключительно с одной целью, желанием обрести пратиштху, прославиться. Во Вриндаване сейчас столько мусора с внешней точки зрения, столько мусора, больше, чем даже здесь, в Навадвипе. Однажды один Майавади пришел сюда и провозгласил себя Гаурангой. И один матх даже позволил ему
давай там харикатху. Потому что он был готов заплатить этому мадху большую сумму денег. Здесь, в Майпуре. Я не стану называть имя этого мадха. Я был шокирован, когда услышал об этом. И это животное, животное, которое провозгласило себя Гаурангой, давал лекции там. Таково положение, положение вещей в наши дни. Где эта выдающаяся великая душа, где эта возвышенная душа, которая станет, которая всех поставит на место? Как я говорил, интересы сампрадая гораздо важнее, чем интересы отдельного общества. Мы прежде всего должны заботиться о сампрадае, о учении сампрадае, о интересах сампрадае, а не своего отдельного общества. Нам не нужен ни гуруизм, ни капитализм, ни марксизм, ни коммунизм. Мы не собираемся, не хотим следовать гуруизму. Мы хотим следовать садгуру. Измы нам не нужны. Если я увижу перед собой Нишкинчана саду, у которого нет ровным счетом ничего, кроме бхакти, я тут же припаду к его лотосным стопам. Итак, то, о чем я говорил выше, происходит повсеместно в наши дни. И мы ничего не можем с этим поделать, мы не можем запретить людям совершать самоубийство. Прабхупад много раз кричал, буквально кричал, «Не ходите туда, не ходите туда, идите сюда, приходите сюда». Они сахаджи, они обманщики. Если вы даже просто поговорите с ними, вы пойдете. Что уж говорить о том, чтобы принимать там просад. То есть вкушать. Вы там не просад вкушаете, вы едите учиштху. Учиштху с их тарелок. Вы не знаете? Но это так. Что же говорить, чтобы доедать остатки пищи с тарелки этих ачарьев, если вы дадите им остатки своей пищи, вы все равно падете. Будьте осторожны, говорил Прабхупад. Ситуация наших дней настолько опасна, настолько опасна ситуация среди преданных. Чайтанья Махапрабху никогда не хотел, чтобы все было так, как сейчас. Он никогда не принимал сахаджи. И Прабхупад не хотел проповеди сахаджизма. Если вы первоклассный проповедник, если вы знаменитый прославленный проповедник, постарайтесь сейчас понять, что я говорю. Признак ачарья очень важный. Ему не надо ездить на проповедь в западные страны, за границу. Я совершенно не имею в виду, что туда не нужно ездить, нет. Просто я хочу сказать, что признак ачарьи, он будет сидеть в одном месте, и весь мир придет к нему. Ему не нужно никуда идти. Проверьте, вот какой чистый преданный, если уйдет в лес, далеко-далеко, весь мир начнет искать его и придут к нему, даже в самые труднодоступные джунгли.
Вот вспомните пример с Мадхавендра Пурипадом. Он никогда не хотел почета со стороны людей. То, что я говорю, основано на писаниях. И если вы достаточно удачливы, вы примете то, что я говорю, примете и станете следовать этому. А если сукрити недостаточно, то не получится. Вот это шлока из Чайтанья Чаритамрита, где говорится, что чистые преданные не стремятся к протиштхе. Этому есть бесчисленное количество подтверждений из шастры и из цитат чистых преданных. Один выдающийся веданти, первоклассный, нишкинчана, совершал баджан. Он был майавади, и общество, которому он принадлежал, решило провозгласить его, то есть решили дать ему титул. А вы знаете, какое положение занимал Прабхупад в обществе? То есть его слушали, он выступал в Бенарасском университете, который считается одним из самых лучших в Индии. Его слушали профессора, слушали самые уважаемые члены общества, слушали замиранием сердца, но в результате они может быть, не могли до конца понять, о чем он говорит, но они четко понимали, что Прабхупада — выдающаяся личность, необыкновенная личность. Я хочу показать вам, насколько выдающимися качествами обладает представитель нашей Гуру Варги, Кешава Махарадж. Вы знаете, насколько могущественным был он, когда он ездил в Бенарас? Это место майявадское. Все майявади ему хлопали. То есть он настолько блестяще защищал Сиддханту, что даже майявади не могли не согласиться с ним. Говорит, что в Гаудия Матхе появляются, то есть, различные трудности, проблемы, и то есть, всегда возникают проблемы. Как в жизни Кришны возникали проблемы в роли Камса, в виде Камса и других препятствий. Точно так же и в жизни чистых преданных также возникают определенные препятствия, которые затрудняют их проповедь, но это еще ни о чем не говорит. Чистые преданные Звания, титулы совершенно бессмысленные в отношении преданного служения. Я не собираюсь
совершать, проводить сделки с моим Гуру Девом, Гуру Пада Падмой или Кришной. Многие даже не знают, чей я ученик. Я стараюсь не говорить об этом много. Я лишь хочу, чтобы мое поведение, то, что я говорю, Харикатха, доказывали, что я его ученик. То есть я не хочу хвастливо заявлять, я ученик Шрилы Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа. Пусть лучше весь мир, глядя на мое поведение, заинтересуется, чей это он ученик. А дерево судит по его плодам. Разве по дереву так определяют, что это за... То есть... Вчера я говорил о том, что как Сиддханти Махарадж говорил, что даже уличная собака, квалифицирование нас, преданных, так называемых преданных, уличный пес, уличный пес отстаивает, борется за пищу, а мы боремся за славу, почет, место под солнцем. Часто происходит такое, что так называемые преданные прибегают к помощи тантры. Даже в отношении Вайкана с Госвами Махараджа они пытались ее использовать. Сиддханти Махарадж говорил, собаки смотрят на преданных и говорят, а что, за что вы сражаетесь, за что вы ругаетесь? Мы вот тут, если ругаемся, ругаемся, как правило, за пищу. А вы ругаетесь за положение в бхакти, за признание. Так что же делать? Куда идти? Куда бежать? Люди, иностранцы, которые приезжают за границы, то есть преданные, которые... Приезжают сюда семейные люди, приезжают сюда, оставив все. Ради чего? Ради капли бхакти. И если я обману их, если вместо того, чтобы дать то, зачем они пришли, буду брать с них деньги, буду обкрадывать их, моя сиддханта, мое поведение, вы можете наблюдать за этим. Вы можете наблюдать, соответствуют ли мои желания желаниям Гуру Пада Падмы, или у меня есть какие-то отдельные желания. Я не собираюсь выражать. То есть уважать вайшнава можно, основываясь не на том, что он ученик такого-то вайшнава, а на основе того, следует ли он по-настоящему своему Гуру Пада Падме и Шриле Прабхупаде. Мой Гуру Дев говорил, если ты будешь служить Шриле Прабхупаде, будь уверен, что ты служишь мне. Если ты служишь Бхакти Дейта Мадхава Госвами Махараджа, будь уверен, что ты служишь мне, не сомневайся в этом. И в соответствии с этим я принял прибежище позднее, после ухода Шриле Гуру Махараджа, прибежище Шри Чайтанья Гаудия Мадхи. И какое-то время провел там. Ну, затем там началась какая-то политика, и мне пришлось покинуть этот мат. И затем я стал
говорить харикатху в читании матхи, там тоже возникли трудности. Никто из них не выступал против меня. Они не говорили, что я обманщик, что я говорю неправду. Они просто сказали, почему он это говорит. Или зачем он это говорит. И я не собирался совершать уединенный баджа. Но ситуация так создалась такая ситуация, что не было другого. То есть все подталкивало меня на это, и я понял, что это желание Гауранги. И тогда я стал вести очень аскетичный образ жизни во Вриндаване, когда спал на чуть ли не на голой земле, всего под тонким одеялом в зимнее время. Итак, прежде всего, я хотел следовать наставлениям Бхактивинода Такура. Бхактивинод Такур хотел привести подробное описание Кришны в детском возрасте. Точнее, он привел значение каждого демона, что он олицетворяет. Демона, с которым встречался Кришна. У меня один браджаваси, браман, пригласил жить в своем баджан-кутире в уединенном месте во Врадже. Я жил в разных местах, в Суриконде, Нандаграме. Но почему я делал это? Почему я... То есть целью моей было служение Гуру Махараджу. Мое образование... научное. Я не лингвист, но случилось так, что Гуру Махарадж благословил меня. И люди меня хвалили за мой бенгали, и английский мой. Наша семья была достаточно бедной, и английский, вот то, что я выучил в школе, то и так я и говорю. Моя мать приняла посвящение Ваманы Госвами Махараджа. Итак, Гуру Махарадж, когда ему было уже... Гуру Махарадж поздно вечером, по вечерам, зимой, начал меня обучать. Он уже не мог сидеть из-за старости. Потому что... То есть поскольку он был смиренен, так смиренен с самого детства, он проявлял это качество, поэтому он к концу своей жизни мог сидеть только согнувшись. Итак, меня Гуру Падпадма учил, как редактировать.
И, как правило, когда Гурупад Падма дает какое-то служение, он наделяет тебя силой совершать это служение. И уже, как правило, ничего не требуется. Гуру Махарадж был... Гуру Махарадж был хорошо образован в отношении языка. Шрила Сидхар Госвами Махарадж также был знаменитым лингвистом, скажем так. То есть их язык был очень высок. Я хотел бы сказать очень много, но время немного. Гурупад Падма Гурупад Падма был очень прост, простосердечен. Как в старости он мне однажды сказал, как мы поедем во Вриндаван? Я сказал, но на самолете. Он сказал, да откуда же у меня деньги? Проверь, там сколько в кармане лежит. Я посмотрел, там было совсем немного. То есть это было уже, когда у него появились свои ученики. Если бы мне не посчастливилось наблюдать такое смирение, то есть такой удивительный пример смирения, я бы никогда не поверил, что такое вообще возможно. И затем по какой-то невероятной удача. Мне посчастливилось иметь общение со всеми вышеперечисленными вайшнавами. Когда я получил белые одежды Бабаджи, Бхактивинода Госвами Махарадж расстроился. Он сказал, почему это Шьямал Прабху получил белые одежды? Он должен был получить саньясу и проповедовать. Он сказал это Хришикеш Махараджу. Он был управляющим Мадхом в Калькутте. Он был секретарем финансового министра. То есть он работал то есть на такой высокой должности, а затем уже оставил материальную жизнь и стал полностью жить в Мадхе. И я сказал Шриле Бхактивинода Махараджу, это очень... Я не могу проповедовать, вот он может проповедовать, он может... Я проповедовать не могу. Бхактивинода Госвами Махарадж сказал, Кришнадас Бабаджи Махарадж, хоть и был, получил, хоть и был Бабаджи, носил, то есть у него была Бабаджи Веша, он все равно жил с нами и проповедовал. И Шрила Бхактивинода Махарадж всегда назвал меня своим духовным братом. Я говорил, вы мой духовный учитель. Он так хотел обмануть меня, называя себя духовным братом. Однажды в Чандигаре когда я был в Чандигаре, у меня порвался брахмический шнур. Я зашел в комнату Бхактивинода Госвами Махараджа и сказал,
Он был один в комнате. Он сказал, я принес ему новый шнур и сказал, не могли бы вы прикоснуться к нему и дать мне как просад. И Шрила Махарадж меня обманул. Сказал, я еще умения не понимал, как я могу тебе помочь, как я могу к нему прикоснуться и дать тебе его. Я сказал, Махарадж, вы что, меня обмануть хотите? Ну ладно, давай. Коснулся и дал мне, вручил его мне. Вайшнавы хотели обмануть меня, даже мой гуру Махарадж. Он, когда я только пришел, говорил, о, такой он, у него такое хорошее образование, ученый. Я закрывал уши, и потом я сказал, если вы будете так меня прославлять, я должен буду уйти, не смогу рядом с вами находиться. И тогда он перестал. Гуру Махарадж шутил со мной так на хинди, это пословица, поговорка на хинди. Сын как отец. Он почему-то всегда так говорил. Что отец, то есть сын. И что он также говорил, лошадь, то есть наездник, лошадь должна соответствовать наезднику. Не знаю, почему он всегда повторял эти поговорки. Его заключительные игры, Гуру Махарадж отсюда уехал во Вриндаван, а потом в Пури и стал являть лилу болезни. Шрила Бхактивелла Тиртха Махарадж, Шрила Бхакти Гьянбхарати, Госвами Махарадж приехали, остались в этом мире после ухода Шрила Паури Госвами Махараджа, Шрила моего Шрила Гурудева, и это позволило мне выжить. Про меня говорили мои духовные братья, моему гуру Махараджа, Шьямал Бабу хороший, но он сумасшедший. Мне не позволили принять участие в церемонии самадхи, в погребении. Гуру Падма оставил тело и сразу же вошел в Раса-лилу, в ночную Раса-лилу. То есть, получается, шли Чатурдаши, и как раз вот как только началась Пурнима, он сразу же оставил тело, сразу же вошел в лилы. Сегодня Раса Пурнима. То есть меня оповестили. Рано утром, в 4 часа. Меня позвал Шрила Бхактивелла Тиртха Госвами Махарадж и начал говорить. Позвал в свою комнату и начал говорить. Я очень удивился, что так рано он зовет меня в свою комнату. Он сказал, вначале он подготовил почву и сказал, в конце концов сказал, твой Гуру Махарадж очень плохо себя чувствовал этой ночью, и он оставил тело. Я предложил поклоны Шриле Махараджу и взял пару накидок и побежал в Матхуру. На поезд побежал. У меня не было денег. Но один преданный, который сидел по пути, тоже захотел поехать. У меня совершенно не работала голова, и я сел на поезд, который ехал в другом направлении. И тогда я спрыгнул с поезда. У этого преданного были деньги, он заплатил за ришку. И
И как только мы приехали на вокзал, вообще, как по невероятной удаче, как раз в эту секунду подъезжал поезд. Тот поезд, который ехал в Пури. Я понесся на этот поезд, без билета, ехал в общем классе. От народу было столько, что 3-4 часа мне пришлось ехать на подножке поезда. То есть это столько народу, что не втиснуться в вагон было. Но в этот день поезд ехал невероятно быстро, и по редкой случайности он приехал раньше, чем даже назначенное время. Раньше своего времени. То есть это в Майпуре проходила церемония самадхи, я приехал в Майпур. Гуру Махараджа только привезли с Пури, и я как раз приехал. Пока я ехал в поезде, пришли проводники и стали говорить со мной. Я сказал: можете сделать со мной все, что хотите, но у меня нет билета, у меня нет денег, и мой гуру Махарадж оставил тело. Этот человек, то есть этот проводник просто посмотрел на меня. То есть и не принял никаких мер, ушел. Бхарати Госвами Махарадж уже приехал. Он был очень занят. Но он опоздал, приехал к 3 часам, а самадхи уже были завершены. То есть церемония самадхи подошла к концу. Я сидел на краю самадхи, после того, как церемония уже завершена, я сидел и смотрел на то место, где находилось Божественное тело моего Гуру Падпадмы, и думал: зачем ты привел меня сюда? Я исполню то, зачем ты призвал, то есть ты исполню. И затем я пошел принять прасад, и прасад был божественный. Необыкновенно вкусный. Я даже съел тарелку банановую, то есть банановый лист, который используют как тарелку, было настолько вкусно. Может быть, они дали мне... То есть невероятно вкусный просад был. Затем Затем мне вайшнавы сказали, старшие вайшнавы сказали: твой гуру Махарадж уже дал тебе служение, иди исполняй его. И я начал писать. И с того момента по сегодняшний день почти 70 или даже 80 книг есть еще не опубликованные. Если посчитать, почти 80. Так гуру Махарадж мне помогает по милости гуру Варги. Итак, я очень хочу совершать сампрадая севу. Я избегаю сектантского, у меня нет сектантского настроения, я не испытываю враждебности, кому бы то ни было, я не политик. Даже в свои ученические годы мне совершенно было неинтересно занимать какую-то из сторон в политике или в социальном обществе. На этом я должен остановиться. Шлака, с которой сегодня начал, я ее завтра буду объяснять.